Всем привет, друзья, подписчики мои, и у нас сегодня выживание, третьи сутки в землянке в лесу. Очень, конечно, устал за это время, прошел снежок с утра, вот до обеда ждал, пока пройдет, так как плохо снимать, конечно. А я пока прошелся, проверил ловушки, жаль, что ничего не было, видно, нужно переставить другие места. Завтра пойдем на охоту, а сегодня мы сделаем баню, так как охота уже помыться, так как третий день, отдохнуть, выспаться, так как что-то вымотало тебя за эти пару дней. Да, баба. С бобой вот мы выживаем, охотимся. А сейчас мы приготовим вот таких вот перепелочек, которые мы поймали вчера. Ну что ж, а мы поехали готовить наши вот такие вот перепелочки вкусненькие. Так как, блин, очень проголодался. Бобби дал косточку, он погрыз. А я, конечно, уже проголодался. Думал сделать какой-то супчик, но, блин, нам нужно будет казан, чтобы растопить снег, помыться. Можно было бы сделать суп и на один раз. Но охота уже наварить какого-то супа, чтобы было уже на много раз. А его нет где хранить, кроме как казана. А казан нам пригодится. Все. Солим, перчим наши такие вот перепелочки. Притрусил снежок чуть-чуть. Вообще круто. А, чтобы какой-то майонезик был и сметанка еще. Вообще было бы классно. Ну ничего, сейчас зажарим. Шо, проглот? Ты уже поел, я тебе дал косточку. Перепелочку хочешь? Тебе дам одну перепелочку. Все, пошли разводить костер. И пожарим, перекусим наши перепелочки. А потом построим какую-то баню. Насобираем каких-то камней. Взял клеенку, так как я планировал сделать баню. Так как целую неделю выживания. Это очень тяжело. И, конечно, нужно помыться. Пошли, разведем костер. Перекусим и будем строить нашу баню. Нарубим тонких булочек. А сейчас в глаз еще стрельнет. Будешь как в пиратах Карибского моря. Вилка в глазе. А у мороз что-то это. Тяжеловато развести костер. Что-то он так разгорается долго. Этот костер. Ну ничего, главное вот мелких и сухих нарубить. Все. И пойдем разводить, перекусим. Развели костерчик, сейчас разгорится. А мы пока сделаем шампура. Пошел, вырезал две такие вот веточки. Где мы пожарим такие вот три перепелочки. Сейчас будет очень вкусно. И баба очень хочет. Да, баб? Все, фу. Так, 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 так. Сидеть рядом, Боба. Молодец. Так, вырубил такие вот две веточки. Сейчас мы их почистим. На сяру. Это Боба. Что ему интересно? Ну не лезь, блин. Сейчас резану нос, блин. Почистил две веточки. И сейчас мы оденем наши две перепелы. Сейчас чуть-чуть разрежем, чтобы хорошо прожарилось. О, будет классно. И нанизываем. Чтоб не крутились. Отлично. О, какой у нас шампурщик получился. Красота, баб. Конечно, красота. Эх, так, а теперь я, блин, его пока обскубешь эту птицу, то фазана, то перепелу, блин. Ну ничего, как-то обгорит и ничего страшного. Все. Пока костерчик разгорается, мы пойдем еще сделаем чаек. Я видел там недалеко куст какой-то рябины. Нашел такой вот куст рябины. Конечно, здесь ее немного.
делаем сейчас чай, сейчас чуть-чуть прогорит. И покладем наш такой вот шампур, шашлык из перепелки. Ах, все, красота, такая вот лесная кухня. Чаечек заваривается с рябины, съели. И такой вот шашлычок из перепел. Ах. Пахнет, Боб? Да, это очень вкусно и круто. Так, если там есть огонь, то можно туда снега чуть-чуть, чтобы потушить. Бобка молодец. Кушать ждет, да, Бобка? Молодец, Бобка. Сейчас будем кушать. Жарится перепелочка с чайком. Класс, Боба нагонялся. И поселил вот ему шкуру, чтобы он сидел. Так как нужно очень быть внимательным. Так как собака целый день на морозе и на снеге. Кто-то писал, собака погоняла целый день и отказали задние ноги. Так что будьте внимательны. Погоняла какой-то, погуляла часик. И нужно забирать домой. Или вот я в землянку ее. Или пускай вот на шкуре сидит, чтоб лапки не замерзли. Да, Бобка? Замерз трохи, да? Ну, будь на шкуре, место там. А потом пойдем в землянку. Будешь сидеть греться. А я буду делать баньку. А потом будешь париться. Ах, все, посмотрите, ребята, какая красота. Чай так долго заваривался. И перепелочка как поджарилась. Какой запах. Это обалдеть на природе. Да, Бобка? Такую вот перепелочку будем пробовать. Какая вкусная. Фу, очень вкусная перепелочка. Ребята, это просто обалдеть, блин. Сейчас две скушаем, а одну оставим на вечер. Так как нам сегодня нет когда охотиться. Сейчас сделаем баньку, перекусим быстренько. Отдохнем, так как тебя очень вымотало за эти пару дней. На, 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 Боба, на. На, мяско, кушай. Вкусненькое. Так. Боба как точит. Очень вкусно. Ну что ж, сейчас перекусим по-быстречку. Одну перепелочку вот оставим на вечер. Разогреем ее. И пойдем делать нашу баньку. Фух, как охота помыться. На, на, Боба. А, и наш чаек. А, горяченький. Сейчас хочу найти какие-то ветки. Вот идем с Бобой. Какие-то следы здесь. Да, Боб? Боба ищет по следам, вот пошел. Вот интересные леса видно, пробегала. О, вот кустарник. Хороший то, что я ищу. И сейчас нарубим здесь ветки для создания каркаса для нашей бани. Вот они такие вот хорошие, толстые. Фу, и кайфа сейчас получишь по башке. Так. Все, сейчас здесь нарубим. Веточки 4 нам хватит. Сделать такой треугольник, натянуть клеенкой. Фу, пошли. Фу. Нарубили ветки. И сейчас здесь, на этом месте, сделаем баньку. Хочу чуть-чуть подкопать и посмотреть, или не промерзла земля. Если нет, мы где-то так по колено обкопаем, чтобы было удобно. И посмотрим, какая земля. Если не промерзла, можно копать, то мы пойдем и сделаем как-то ловушку на кабана. Выкопаем яму, застелим ветками и посмотрим. Покладем какой-то картошки, морковки. Может подойдет, так как я вот ходил, гулял, следы кабана я видел. Может кого-то кабанчика нам удастся поймать. Будет вообще крутяк. А сейчас пошли.
Боб, текай, текай, текай. Делаю баню. О, это мне нравится. Не промерзла. Земля, так как здесь она сухая. Кто помнит, как я копал, делал землянку? О, класс. Пойдем потом сделаем ловушку в следующих сериях. Ловушка на кабана. И Боба красавец, как всегда, копает, помогает. Молодец. Молодец, Бобка. О, сейчас подкопаем, чтобы было удобно. Вот что значит, земля не влажная, сухая и не замерзла, хоть морозы были хорошие. О, помощник. Ну, помогай, помогай. Давай, 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 давай. Давай, 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 давай. Копай, 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 Боб. Давай. Все, все, текай. Раскопал, поклал такую вот лавочку, где мы будем сидеть, очень удобно. Насобирал вот таких вот камней, где мы сделаем такую вот топку. Выкопал ямку, когда прогорит костер и накалит эти камни, мы так выкладим, то потом мы просто землей засыпем этот жар, когда мы будем подливать на эти камни и будет идти сюда пар, что очень удобно. Вот так вот придумал такую вот баню. А сейчас берем, выкладываем нашу такую вот топку с таких вот камней. Все. И разводим здесь костер, где мы будем потом подливать на эти камни, они раскалятся и дадут, я думаю, хороший пар на такую вот небольшую баньку. Ну что ж, а сейчас сделаем еще каркас и натянем клеенкой. Берем теперь наши ветки. Так, как это его держать и скручивать? Хо-хо-хо, за шиворот. Так. Сделали такой вот каркас, четырех веток выставил. А теперь все хорошенько скручиваем. Привязываем или скотчем, или веревкой можно. Но скотч такая штука всегда с собой. Так, есть. И натягиваем вот так клеенкой. Опускаем этот низ до земли, где будет у нас дверь открываться. Все, наша банька готова. Ребята, посмотрите, как круто. Все, супер. Такую вот маленькую сделал походную баню. Сейчас мы растопим. И пускай себе огонь горит. Я не думаю, что он будет мешать. Там дым, когда прогорит, засыпем. И все, накрываем и заходим, блин. Нагреем еще казан воды, сейчас растопим, поставим, чтобы была горяченькая, тепленькая водичка, чтобы обливаться.
и был пар. Блин, это супер, это такой кайф сейчас будет, за 2 дня уже третий, как охота помыться, попариться. И в лесу, блин, зима, просто не передать эти ощущения, которые сейчас будут. И, наверное, затопим уже в землянке, чтобы когда мы попарились, пришли, чтобы она уже прогрелась и было тепленько нам. Фу, класс, будет у нас банька такая, вечерками париться, просто супер. Распалил костер в топке, и не мешает там клеенка, что она там поплавится, или дым, дым уходит. Очень удобно все продумал, сделал. Сейчас хорошо накалятся камни, а мы пока пойдем растопим в казане воду и снега. Ребята, сейчас идем к болоту набрать казан воды. Я знаю, здесь недалеко находится какое-то болото, так как долго топить этот снег. Ну и заодно посмотреть, может там какие-то норки, ловушки поставим. Так, все, вышли. Так, следы какие-то есть. О, вот вода уже. Боба идет, красавец, в снегу. Так, очень тяжело к нему подойти, так как оно заросшее здесь. Так, я думаю, лед уже хороший. Можно... Оу, я провалился только что. Фу. Боба, аккуратно, чтоб не провалиться. Здесь канава, здесь видно лед не очень крепкий. Так, будем как-то выходить. Да, есть следы какие-то, очень интересно. Какие-то норки здесь бегают. Вот такое вот болотко здесь. Сейчас мы наберем здесь воды, посмотрим, какая вода здесь хорошая или нет. Если что, будем приходить набирать. О, лед уже замерз. Хороший. Все, после выживания сразу поедем на зимнюю рыбалку на жерлице. О, хороший лед. 10 сантиметров уже промерз. Нет, ребята, вода грязная. Фу. Видно, за лето оно подсохло, потом замерзло. Жаль. Будем тогда растапливать снег. Думал, здесь будем приходить набирать воду. А вода вообще хреновая. Черная аж. Боба! Что ты здесь наделал, написал? Я хочу снега взять белого, а не желтого. Вот у Боба. Немного, а половину сейчас растопится вот быстро, а потом досыпем. Так, как там наша банька? Прогорает, камни уже подсохли, накалились. Хочу еще что-то на низ постелить. Так как будем голыми ногами, а здесь песок. Сейчас пойдем, может, какой-то елки нарубим, так как эти ветки пока нарубишь очень долго и так темнеет уже просто. Может, потом доделаем, конечно. Растопило столько снега. Сейчас еще подкинем. И вот здесь так прогорает топка. На низ набросал веток от елки, где мы будем вставать босыми ногами, чтобы эта грязь не цеплялась. Как-то так атмосферно, круто. И, блин, так устал за эти дни, и сейчас так расслабиться. Да, Боб, сейчас круто расслабимся, чтоб еще девок, да, Боб, нам. И вообще была бы красота. Скоро поведу тебя на случку, Боб. Будешь там делать, а, Боб? Будешь делать? Конечно, будет, говорит. Блин, организм же требует жертв. Только не забыть поставить 18+. Я засниму. Как баба делает. А мы повыживаем и потом придем кого-то сделаем. А не то эти девки пишут. Блин, Виталик, ты же обещал, что зимой у тебя будет больше времени. Блин, заради ребят же. Видите, чем я жертвую? Ребята, заради вас. Все, пойдем париться, ребята. Тушим этот жар.
Ого, с камней как пошел пар. И засыпаем там землей. Я яму все равно выкопал. Все. Ставим наш казан с водой рядом. И пошли париться. Все, ребята, мы паримся с Бобой. Сидеть, Боба. Все, сейчас наливаем. Сейчас, наверное, запотеет объектив. Ого! Пошел пар. Ох, какой запах здесь. Боба, круто! Просто класс! Такая вот банька. Какой запах, реально. А, в жопу холодно, блин, это... Лавочка, блин, холодная, блин. Снег не растаял. С тепленькой водичкой помоемся. Банька просто супер. Реально, Боб, нам девок не хватает, блин. Мало места, для них мы не сделали. Ох, какой пар пошел. Ребята. Фу. Ташкент. Градусов 60 уже. Все, кидаю тело в пот. Супер. Ну что ж, будем париться, ребята. Ну, я думаю, ничего не видно, запотевает объектив. Попарились в баньке. Блин, такой кайф получил. Фу, помылся, блин, за эти дни. Согрелся, расслабились мышцы. Это просто круто. Чтоб еще печечка сейчас прогрелась быстренько, и землянка была тепленькая. И вообще красота. Сейчас как завалюсь спать. У нас еще есть одна перепелочка осталась. Сейчас перекусим с Бобой быстренько. Да, Боб, тебе отдать кусочек. На. И будем отдыхать. Блин, это круто. Банька, конечно, в лесу, походная такая. Это такой крутяк на природе. Раздевался, так холодно было, неохота. А попарился, вышел, все, согретый, спокойно оделся. Фу, и сейчас так охота выспаться. А завтра пойдем на охоту. Много нам придется пройтись, поискать, поставить какие-то ловушки. Нужно будет что-то добыть, так как еды вообще фигня. Там какое-то ребрышко осталось. Но картошка, лук, может какой-то с утра супца наварим, так как жиденькая охота. И пойдем на охоту. Фу, а сейчас будем отдыхать уже. Сейчас еще подкинем дров, чтобы оно быстро накалилось, печка. Тепло было в землянке, и будем спать. Боба что-то услышал, следы какие-то, что-то рядом было, пробежало что-то вот. Так, 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 идем, идем, Боба, идем искать. Молодец, красава. Молодец, молодец. Где-то взял след. Молодец, молодец, Боба. Пошли, пошли, пошли. Где, где, где? Интересно, что это? Может, лиса какая-то? Вот какие-то следы ее. Да, мелкие. Лиса, по-моему, была рядом. Боба, Боба, ты где, блин? Не потеряйся. Ночью опасно в лесу. Что, спотыкнулся? Блин, какие здесь следы. Вот что-то здесь было. Интересно, интересно. Ладно, пойдем назад в землянку. Так как здесь что-то лиса гоняла, видно, за кем-то. И были какие-то звуки. Всем доброе утро, посветлело. Заварил себе вот такой вот чаек. Развел костерчик, может, сейчас что-то перекусим, сделаем. И пойдем на выживание на 4-е сутки уже. Конечно, спасла тебя банька, то, что ты помылся, попарился, расслабились мышцы, поспал. И можно, конечно, уже идти выживать 4-й день. Да, Бобка? А если тебе понравилось... Это часть третья, 72 часа, какую я сделал баньку и пожарил таких вот перепел шашлык. Пиши, ставь лайк, конечно, и смотри, жди 4-ю часть. Всем пока!